Значит, раз. Долго. Долго. Вот ты должен сразу прыгнуть. Видишь, я сразу прыгнул. А ты начинаешь. Оп. Во! Вот ты сейчас сразу прыгнул, вот и все. Сейчас вот по-другому было. Это очень тяжело перенести опять, я говорю, на ринг, на работу в парах. Но вот ты ловишь. А очень важно, когда противник, знаешь, такой, оп, на полную стопу или на переднюю, хотя бы на передней ноге остановился, вот в этот момент поймать. Вот стопудово он никуда не денется. Он может быть одно движение сделать, а второе движение, ты все равно догонишь. Ловил. Ну вот об этом. Либо левый, там справа, слева. Одно именушку добежать. Вот искать, когда противник на полную стопу станет. Полная стопа — это здесь, ближняя, средняя дистанция. Вот ты пошел здесь долбить. Здесь не надо прыгать. А здесь будь любезен, на передней части стопы работать, дальней дистанции.